Всем приветик! Меня зовут Илюша. Меня зовут... Мое название канала «Красивая идея». К сожалению, долгие времена не выходило у меня, долгие месяца у меня не выходили видео. К сожалению, я не ожидал, что меня кто-то взломает. Это будет какой-то кипиш, это просто будет огромный кипиш, понимаете? Это у меня просто-напросто на это нет слов, это просто какой-то, я не знаю, как на это сказать, но, к сожалению, это не совершенно какое-то хорошее то, что я думаю. Но, к сожалению, я не думаю, что меня кто-то взломает, меня там это. Как я думал, что меня кто-то взломает, там это, я вообще же не думал, что меня там взломают. В итоге 27 декабря я уже смог восстановить свой аккаунт. За долгие месяца я не смог восстановить свой аккаунт. Вы представляете, за долгие месяца. Спасибо за такую поддержку, что вы меня смотрите. Спасибо, что вы меня смотрите. 769 подписчиков. Спасибо, что вы меня смотрите. Это просто шикарно, что вы меня смотрите. Это просто прекрасно. Я вам об этом благодарен. Вы просто хорошие люди. Пожалуйста, поддерживайте вы меня почаще. Поэтому я вас очень сильно люблю. Давайте я вам расскажу. Больше времени на меня подписалось, с подпиской меня смотрят 12,3, а без подписки 87,7. Давайте вы подписывайтесь на мой канал, пожалуйста, подписывайтесь. Мне надо ваша поддержка. Вы хорошие, вы прекрасные, пожалуйста. Мне просто-напросто, я не знаю, как вы думаете, с подпиской 12,3, для человека ж надо же больше, примерно 99,8, а то может и 99,7. Пожалуйста, я вас очень умоляю. Давайте продвинем этот ролик на моем канале. Делитесь с другими, делитесь с другими людьми. Хотя лучше не надо. Так что смотрите этот канал. Итак, на момент истины я вам скажу честно, что за большое время не выходило видеоролик. И так как я сам на канале «Красивая идея», я смог уже и сам вообще восстановить свой аккаунт. Да, я смог восстановить, я ребенок. Кстати, я еще к тому же на той прошлой пятнице я подстригся на той неделе. Так что, пожалуйста, оцените мою прическу. Она очень хорошая. Поэтому вот. Я считаю, что это видео не очень будет и деликатно в том, что я записываю через камеру, а сам через незапись видео. Поэтому, пожалуйста, поддержите меня лайком. Вот таким лайком. Вот таким лайком поддержите меня. Мне очень будет прекрасно, что вы мне поддержите этим лайком. Ну что ж, с вами была «Красивая идея», Илюша был. Так что, всем до новых встреч. И, кстати, через какое-то там время я смогу уже опубликовать сам телеграм-канал. Когда я видео и, конечно же, сам и видео, конечно же, я и видео опубликую.